Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в защитники базы. Как ты видишь, у нас 42-я волна, именно на ней мы остановились, но зайдем вначале сюда. Заберем деньги. Так, библиотека. У нас с тобой... А у нас нету апгрейда, так что пока закрываем. В магазине, тьфу ты, здесь у нас донат. Так, можно улучшить... 100 тысяч требует. Пока, наверное, воздержимся. 500 тысяч улучшения до 3-го ранга. Ребят, ну это грабеж средь бела дня. Выйдем на карту и посмотрим, что у нас тут творится. Так, собираем деньги. А здесь у нас тишина. 43-й уровень, 75-й уровень, 60-й, 65-й. Я даже пока не знаю. Нам нужно прокачать. Я хочу, ребята, нашего вот этого вот профессора. Пропадь. Мне нравится его торнадо. 345 в данный момент у него дамага. 345. А по модулям что у нас? Миниган у меня стоит. Его можно прокачать. Слушай-ка, а что значит угли? Горящие угли. Как они, интересно, работают? Это можно посмотреть только если их купить. Ладно, я думаю, нам пора отправляться на битву. Воу-воу-воу. Давай-ка вот сюда вот. Слушай, ну офигенный торнадо на самом деле. Гитаристка. Так, выстреливаем. Выпускаем охотников. Давай вот так вот. Нати. Вот сюда торнадо, пожалуйста. Слушай, ну с профессором все намного проще стало. Че греха таить, согласись. Так, и... Ну, давай улучшать. Будем брать бонусы. Так, денежку получили, у нас 49. Ну, почти 50 тысяч. Улучшить базу? Давай улучшим. Окей. Ну что, вперед на 43-ю волну. Всех сдуло. Так, бросим сюда, наверное, да, с тобой? Замедляху и плюс еще торнадо. Так, автоплей у нас с тобой отсутствует, поэтому придется все в ручном режиме делать. Так, тихо. Бросает свои кишки. Идеи. Тихо, тихо, тихо. Ну-ка, волной. И вот так вот сделаем. Последний хламон там остался. Все, ребят, довольно легко и просто. Так, 54 тысячи. Я думаю, что нам нужно с тобой выйти все-таки на карту и где-нибудь досразиться. Слушай-ка, а вот это у нас что, не прокачанный, что ли? Воу, надо прокачать тогда. Чуть-чуть. Как думаешь, мы с тобой сможем захватить вот этот вот ресторан? Давай попробуем. Так, тихо. Ох, ёк-макарёк, тут летающие, ребята. Вызываем подмогу. Замедляху скинем с тобой обязательно. И вот так вот. Идут. Ну что, выпускаем торнадо. Слушай, по-моему, мы здесь с тобой вообще разрулили все без проблем. Смотри. Даже этот конус на голову не помог. Ну вот, друзья мои, ресторанчик мы... Подожди-ка. А мы не захватили... Нет, захватили. Вот он, да? Нет, подожди-ка. Вот за этот мы дрались. Опа-на, смотри-ка. Так, друзья мои, это караван. Куда они ползут, а? Чего они хотят? Чего они думают, что что-то у них получится? Я сомневаюсь. Бросаем с тобой гранату. Плюс волну. Профессор, давай, вручай. Все. Ребята, мы с вами отбили этот караван. Сейчас вот этих только добьем. Так, 75 уровень. Здесь 65, здесь 80. А никаких тайных боссов нету? Ну, были здесь два босика, мы их с тобой запинали. Ох ты.
90 уровень. Вряд ли я его сейчас смогу одолеть. Вот хочу попробовать вот этот вот магазин, ребята. Отбить, скажем так. Слушай, думаю, получится. Должно получиться. Так, ну пока они здесь по одному выходят, все легко. Но сейчас их здесь будет намного больше. Намного больше. Давай вызовем подмогу. Торнадо, я думаю, пока не стоит, ребята, выпускать. Так, смотри-ка, смотри-ка, они уже там стоят, издалека бомбят. По-моему, пора включать. Так, гитаристка пока подождет. Вот так сделаем. Слушай, по-моему, мы захватим с тобой эту точку. Ну, ты сам видишь. Так, какие-то чуваки тут с чем они там идут у нас? Ага, с молотами, да? С кувалдами. Но это им не помогает. Так, а вот это уже лишнее. Нам такие ребята здесь не нужны. Стрелки. Так, давай-ка мы их вот так накажем. Все. Круто. Так, этот магазин стал нашим. Улучшение стоит 70 тысяч. Тут 80 уровня уже пошли у нас на карте. Слушай, а что он так мало приносит золота мне, а? 5 уровня, 6 уровня, 6. И почему я не могу захватить? Так, секунду, друзья мои. У меня 200 тысяч, давай-ка мы зайдем с тобой сюда. Опа. Так, повышение опыта, да, за убийство врага. Ну, давай, наверное, сделаем с тобой. 10% это все-таки неплохо. Так, тележку. Я, наверное, не буду. Ребят, может быть, накопить нам на 3 уровень улучшение. То есть максимальный уровень можно будет до 59 прокачивать. Кстати, что у нас по юнитам? Так, стоп. Юниты есть новые? Ну-ка. Так, последним это был у нас доступный профессор. Теперь... Стой, подожди-ка, где у нас? Ага, здесь. Так, это все было. Это было, Зоя была. Хм, Бизон 9 уровня. Зоя, вот кто у нас новенький, ребята, появляется. Или подожди, а, нет, она у меня есть. Друзья, она у меня есть. То есть пока никого нету, да? Улучшаем с тобой. Что? Чего не хватает? Я не понял. Чего? А, нам выше нельзя, ребята. То есть он у нас какого уровня-то получается? 39-го? То есть максимальный уровень, что ли, у нашего профессора? Куда он делся-то? Профессор, какая тренировка? Что-то я, подожди, я что-то не врубился. Профессор, какая, блин, тренировка? Я его что, на тренировку куда-то отправил? Или я что-то путаю? Что-то я, ребят, не врублюсь. Погоди-ка секунду. Зайдем на базу. Точно. Прикинь, я его отправил на тренировку. И он будет у меня сколько там тренироваться еще? 14 минут. Блин, придется пока без профессора, друзья мои, драться нам. А кого тогда взять нам? Не понял. Это нам доступно все? А, это купить, естественно. Это же донатный. Это у нас за гемы. Зоя 1 уровня. Ну давай я возьму Зою и посмотрим, ребята, что она из себя представляет. Можно ее прокачать. Чуть-чуть. 6 уровень для Зои — это фигня. Но, тем не менее, надо смотреть, ребята, что она тут умеет делать. Ага, она рвется в бой. Причем сама.
И ее там очень быстро ушатывают, как мы видим. А по-другому и быть не могло. Что... Ой, тихо. Так, друзья мои, вот здесь вот уже проблема начинается у нас. Но с этими мы справимся все-таки. Сможем. Мы их сможем одолеть с тобой. Ну, Зоя, это что-то с чем-то. Мне не нравится. Мне профессор как-то больше симпатизирует. А 52 тысячи у нас денег. Слушай, я хочу, наверное, прокачать какой-нибудь модуль. Миниган. Так, турель. Аэрган. Он у меня тоже не купленный. Также и угли не купленные. Давай попробуем с тобой взять уголечки. Просто хотя бы посмотрим, что они себе представляют. Так, в данный момент у нас на углях сколько идет дамага? 88. А у минигана, если мы поменяем, идет... Слушай, у минигана круче. Но я не знаю, что делают уголечки. Может быть, у них какая-то массовая атака. Сейчас проверим. Пускай стоит пока здесь. Один поединочек мы с тобой здесь сыграем. С угольками. Блин, Зою, Зою надо поменять. Не хочу. Не нравится мне. Элли. Так, Некас, Томас, Зик. Это все, ребята. Может быть, Боба взять? Давай Боба поставим с тобой. Его, кстати, тоже можно отправить на прокачку этого Боба. Ладно, поехали. To battle for Arrakis, да? Звездерим. Он просто, ребят, стреляет. У него нет никаких навыков. Просто стоит и строчит. Как оголделый. Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Тихо. Роднульки, вы чё творите-то? Так, я вижу, ребята, что делают угли. Они поджигают землю. Слушай, ну в принципе это неплохо. Так, сейчас мы этих с тобой завалим. То, что поджигает угли, это очень даже хорошо. Особенно, когда зомби бегут на тебя. Именно вот этой вот кучей всей массы и на огненную землю встают, естественно, хороший получает урон. Так, у нас профессор там еще не закончил тренировки. Блин, нет еще 10 минут ждать. Что-то мне как-то без него тоскливо, если честно. Так, давай-ка мы попробуем еще прокачать угли. Вот таран бы еще нам бы не помешало прокачать. Да и в конце концов наших бойцов. Так, подожди, здесь нам делать нечего. На карту глянем. Что у нас тут веселого? Так, тут магазин какой-то захваченный. Ну, вряд ли я там справлюсь. Давай попробуем вот этот ресторанчик атаковать. Динер. Так, за медляху, наверное, сюда заброшу уже. Так, а уголечки пока молчат. Ух ты. Идут, 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 идут. Валим. За медляху бросаем, отталкиваем. Туда их подальше, правильно. Да, и мы с тобой забираем, ребята, эту точку. Так, еще один караван у нас здесь. Опа, опа, новые какие-то виды зомби. Ну и куда это вы бежите? Куда это вы разогнались? Аглоеды. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, бочка бомби. Тут, по-моему, нас сейчас раздавят, ребята. Ох, как тут что-то люто как-то. Хотя, постой, может быть, все-таки прокатит. Закидывают они своим этим навозом нас. Давай, беги. И я помогу их оглушить еще. Нет, все-таки мы здесь справились. Караван забомбили. Так, здесь опять ресторан 80 уровня, здесь 90 уровня. 103 тысячи. Давай-ка попробуем вот здесь вот. Попытаемся. Посмотрим, что у нас из этого получится.
Конечно, угли, в отличие от того же самого минигана, который у нас стоит, он действует только вблизи. То есть, когда враг уже подбегает довольно близко. Так, можно здесь, наверное, вот так вот полторашечку врубить. Что-то у нас как-то здесь долго идет, да, ребят, прогресс. Это что еще за элита тут выбежала? Угу. Вон, видишь, жгет землю. Ну, пока мы их не подпускаем. Ну, смотри, и урона мы особого не наносим. Нам нужно бомбить. Летающие еще какие-то тут появились. Эй! Смотри, что творят. Он сразу пожаловался, ребята, потому что ближники. Ого, смотри, какие-то мелкие. Дроны, не дроны. Кто это такие, вообще непонятно. Так, замедляху мы с тобой вот сюда закинем. И, конечно же, наших бойцов. Слушай, тут как-то очень долго у нас идет битва. Так, щитовики какие-то. Ты заметишь, что с каждым разом враг все сильнее, сильнее и сильнее выходит. Ты заметил? Вначале начиналось с легенького, а теперь все сложнее, сложнее и серьезнее противники. Блин, все-таки не хватает мне здесь турели, которая могла бы бомбить. Угли хорошо, но это против пехоты, а турель именно она бомбит по зданию. Ладно, сейчас мы с ними разберемся. Чуть-чуть придется немножко тут повозиться, но разберем. Так, давайте, выбегайте. Недолго музыка играла, да? Недолго танцы тут у нас проходили. Ну, совсем маленечко осталось, господи, ну... Так, эти тут уже летающие опять появились. В принципе, пока ничего страшного. Летающих мы с тобой отбиваем, контрим довольно неплохо. И... Не хватило, опять не хватило совсем капельку, ребят. И завершающий, завершающий. Да. Все, друзья мои, разобрались. Тут уже сотый уровень дается. Что-то перебор какой-то. Ну что там, профессор мой, кислый щей? Нет, не готов, наверное, еще, я думаю. Так, 4 минуты подождать. Ладно, мы с тобой пока, наверное, сходим на волну. На волну, на войну. Так, вызываем. Бомбим, оглушаем. Так. Тут уже появляются летающие, ребята, монстры. А где угли? Я не... А, угли все, на месте. Я их не заметил вначале. Тут слишком много противников было, поэтому их не видно. Все. Волны довольно легко проходим. Забираем награды. 308 тысяч. 308 тысяч. Слушай, мы, наверное, с тобой сейчас улучшим. Ну-ка, давай. Юнит слот. Нам нужно прокачать до 40 уровня. После этого мы получаем новый слот. А он в данный момент у нас 34-го, 35-го, 36-го и 63 тысячи нужно. Окей. Так, теперь по нашим бойцам. Так, погоди-ка, а что, максимально... 15 уровень, это максимально, и быть такого не может. Смотри-ка, действительно... А, не хватает денег. Ну да, не хватает просто денег, ребят. А то уж я что-то пуганулся. Думал, как так-то? Ну что, погнали дальше. Пошли прочь. Давай бомбим. Бомбим. Так, летунам здесь не место. Так, вот сюда надо ударить. На углях они, конечно, хорошо поджариваются. Прям замечательно. Так, ну я думаю, профессор еще не докачался, так скажем. Поэтому ждем. Эй-эй-эй-эй-эй-эй, тихо, куда вы? Назад.
Блин, угли нужно, ребята, прокачивать еще, потому что, ну, уже, видишь, не хватает урона. Опа. Сейчас нас тут еще и разберут. Нет, не должны. Получилось все. Ну, теперь-то он должен уже. Да, ребята, он, видимо, вернулся. Так, у нас что, есть одна звезда? Так, защита. Дамаг. Так, на 1% дамаг модуля, ребята, ну это грабеж. Что такое 1%? Это вообще смех. Тем более для модуля. Так, давай ко мне профессора обратно. Где мои юниты? Cancel. Ищем. Мой профессор, где ты? Вот он. Вот он, друзья мои. То есть теперь я могу его прокачивать дальше, да? Ух, ёк-макарёк. 28 уровень. Он самый сильный из всех в данный момент у меня. А ну-ка. Просто сдувает всех, ты посмотри. Волна. Бросаем вот эту кашу. Бросаем опять торнадо. Просто без проблем. Слушай, ну с ним можно очень далеко, мне кажется, уйти. Так, слушай, а что у нас вообще у профессора открывается? Какие возможности? На 25 уровне, да? На 50 его дамаг увеличивается на 25%. На 25%. Хм, слушай, это будет круто. Так, здесь у нас финансики. На карте есть что-нибудь подозрительное? Какая-нибудь активность? Никакого босса нету? У нас только ресторанчики захвачены. Так, этот сколько у нас стоит? 70 тысяч на прокачку. Чем круче ресторан, тем дороже он, что ли? Так, давай-ка мы с тобой вот этот бомбанем. А, тут откат. Или что? Что-то происходит? Чего-то не мог атаковать. Там, видимо, по времени. Ну, ты видишь, да, что торнадо творит. Вот я сижу, думаю, может быть, этого лучника нам как-то заменить. Который у нас просто строчит. Ну, а лучше, по-моему, у нас ничего не найдет. Не найдется, да, ведь? Вообще на изи. Просто на изи, ребят. Соточка. Давай, тут 200 тысяч за волну. Так, если мы, например, торнадо поставим. Не успевает появляться, да, как мы их разбираем. Угли я хотел поменять. Ё-моё, на турель. Да, вот что, вспомнил. Давай торнадо влупляем, чтобы они тут далеко не бегали. 84, ребята, тысячи здоровья у этой базы против наших 36 тысяч. Ты представляешь, насколько они сильнее нас и как мы тут с ними будем сопротивляться, ну, бороться с ними долго. Ох ты, смотри-ка. Ноу-хау какой-то летит. Так, еще прокачанные стали бизоны, бивни. Торнадо по ним, да, ребята? Скучает. Так, вызываем наших бойцов, плюс замедляху. Посмотри, какие рейдеры уже тут. Слушай, они меня напрягают уже. Так, они начинают стреляться чем-то. И это плохо. Для меня это плохо, потому что они начинают наносить урон. Да ну! Ты видел, сколько они уже, ребята, своими выстрелами отняли у нас здоровье? Вот так-то. Что еще за чуваки с клешнями, с какими-то ножами? Блин. Это заправка у нас. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Только ближники прилично, ребята, наносят урон, я вот заметил. Воины ближнего, как говорится, урона. Но их-то почему-то так быстро здесь разбирает. Так, давай выпустим еще с тобой торнадо. Получится у нас здесь отбиться или нет?
Я думаю, что получится. Главное верить. О, половину здоровья мы уже отняли у них. Так, собаки там еще какие-то. Все нужно, естественно, активировать, чтобы был какой-то эффект. Так, хорош, тут летуны еще полетели. А не слишком ли вас тут много? Жиробасы. 26-25 тысяч осталось. Вот, ребята, начинает наносить урон. А что случилось? Что зависло, ребята? Непонятно, какой-то глюк сейчас был. Ничего не мог делать абсолютно. Так, смотри, опять бросай. Офигеть. Офигеть. Да это потому, что у нас с тобой, блин, фигня какая-то стоит. Вот тут надо убрать. Это надо убрать и поменять. На что? На какой модуль-то лучше всего? На турель. Аэрган, я так понимаю, это, ребята, по воздушным, скорее всего, будет бомбить. Да, турель я, наверное, поставлю. И прокачаем мы ее. Вот так вот. Давай двигаться дальше. Будем по волнам, ребята, двигаться. Бросаем плюс торнадушку. Ну вот, смотри, как турель бомбит. Так, 77 тысяч. Нам хватит, по-моему, на прокачку. Ага. До 9-го. Точно не до 9-го, до 40-го уровня нужно прокачать, чтобы получить 9-й слот. Слушай, ну это дофига нам придется прокачиваться, если честно. Давай, наверное, ускоримся еще сильнее. Упс. Нет, тут вы, ребята, не пройдете. И уж фигушки вам. Давай так вот. С волнами мы вообще на изи идем. Так, еще придется подождать маленько. Не хватает у нас для прокачки. Я открою, ребята, 9-й слот себе. Обязательно. Куда это вот? Собрались все. Забрасываем. Конечно, для пущего эффекта нужно, ребята, прокачивать каждого юнита и, наверное, турель тоже. 129 тысяч. Так, по-моему, хватит нам. 38-й, блин. 38-й. Еще два уровня, как минимум. А кого мы с тобой будем приобретать, интересно, а? Какого юнита будем брать? Я даже пока не знаю. Блин, вот эти вот ребята-стрелки, которые вот издалека бомбят, они меня бесят. Вот они, в принципе, только и наносят урон. Потому что ближники не успевают отбежать. 121 тысяча. Еще прокачиваем. Ну и остается один уровень. 74 тысячи монет нужно. Так, 54 волна. А сколько здесь максимум? По-моему, 500 волн, да? Или мне это приснилось? Что здесь максимум 500 волн? Наверное, приснилось. Так, давай, бросай гранату. Все. Слушай, сейчас должно хватить у нас финансов. Смотрим. Да, хватает. И, ребята, вот она. Вот она, новая ячейка, ради которой мы сегодня парились. Вопрос в том, кого нам ставить. Вот что меня интересует. Блин, ну 400... Где я возьму такие вот суммы, ребят? 400 гемов. Кейт 25. У меня всего лишь 15. Карлос 40. Если бы где-то здесь можно было бы, ну, за рекламу, знаешь, посмотреть. А может быть и можно где-то. Видишь, тут какой-то плюсик. Что это такое вот? Клейм принять. Опа. Так, а мы что-то получили, да, получается, бесплатно. Ну да. И у нас теперь 20 гемов. 20 гемов и 52 тысячи голды. Эшли стоит, Элли. Блин, кто же нам тут пригодится, а?
Кути, Марк, Бучер, Боб, Бизон, Зоя. Все не то. Все не то. Может быть, Зика взять? Он стрелок. Джейк, по-моему, неплохо, да, строчит? Элли. Давай-ка мы возьмем, наверное, Элли сюда. Ну ее нужно еще прокачать. Ага. Так, а здесь ничего бесплатного нету? Нету. Элли получает у нас 16 уровень. Ну что, давай проверим, как у нас тут пойдет. 55-я волна. Так, у Элли, как ты видишь, ничего. Подожди-ка, она еще не накопила. А, у нас с тобой автоплей появился. Я думаю, что это они сами тут бомбят. Окей. Так, 62 тысячи. Погнали дальше. Отыграем автоплей весь. И после этого, наверное, будем заканчивать. Ты посмотри, как они воюют на автобое. Просто шикарно. Там даже никто не успевает появиться. Смотри, мы их уничтожаем еще задолго до того, как они появятся. Так, 125 тысяч. 125 тысяч. И что? Ну, до этой, в принципе, они добежать не успевают. Если только турельку. 20 уровень, пока максималка. Дальше денег у него 39 тысяч для одной прокачки нужно. Так, и 57-я волна. Скоро будет 60-я, а там и босс, скорее всего, новый. А когда кланы-то будут доступны, я не могу понять. С какого уровня-то? Тоже неизвестно. Ну что, дорогие друзья, давайте тогда мы с вами на этом будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!